Хиюшки, ребятки, с вами Лекс, и сегодня вышло обновление в игре под названием Secret Neighbor. И это, ребят, не просто обновление, это новая пасхалка, связанная с соседом и с тем, что нас ждет в Hello Guest. И это, ребята, действительно немножко приоткрывает занавесу тайн, как раз таки спрашивая, задавая вот этот вопрос, что же нас ждет, что же будет, какие персонажи и какие-то новые, да, вот персонажи, которые до сих пор не показывали, которые до сих пор не открывали, они будут показаны в этом видео. Так что погнали, погнали, ребята, открывать пасхалку. Все, что нам нужно будет сделать для того, чтобы открыть эту пасхалку, это найти картины с изображением глаза. Глаз, который двигается. Он, ребят, не просто так там нарисован. Если вы нажмете на картину, а точнее кинете какой-нибудь предмет, либо выстрелите с рогатки, либо с ружья, то глаз закроется. Неожиданно, но так оно и есть. Целых 30 секунд у вас есть, чтобы нажать на все вот эти картины, чтобы закрыть все глаза одновременно. Именно это мы и будем делать в данном видео. После того, как закроются все 16 глаз, все 16 картин, которые находятся в доме соседа, везде должен выключиться свет. То есть это выключает электричество, это тот самый рычаг, который вырубает полностью от электричества дом. После этого мы должны либо воспользоваться багом, либо найти какой-то, возможно, легальный способ попадания за карту. Но пока что мы знаем лишь одно. То, что за карту можно пробраться багом, и именно это мы будем использовать. Находясь за картой, вы должны быть соседом. Только сосед может как раз-таки поймать того, кто прячется в кустах. В кустах, ребят, у нас прячется кое-кто, тот самый новый персонаж, какой-то непонятный мафиозник, либо тот самый представитель той секты, секретной секты воронов из Hello Guest, либо еще кто-то, пока что неизвестно, кто это в действительности. Мы его должны поймать на капкан, потому что все время, как только вы будете подходить к кустам, если вы его заметите в этих кустах, то вы будете его терять из виду, он будет сразу же прятаться. И для того, чтобы поймать его, вам все-таки нужно поставить во все кусты капканы, а для этого, разумеется, за соседа нужно будет активировать все три генератора, и эти три генератора как раз-таки дадут вам возможность ставить капканы. Сосед вам нужен будет обычный, тот, который умеет ставить капканы, потому что если вы возьмете соседа-клоуна, у него, к сожалению, капканов нет. И, разумеется, после того, как вы его поймали, вы найдете на месте его поимки только лишь его шляпу. Ту самую шляпу, которую мы иногда видели в Hello Neighbor, в обычной версии. Я не знаю, действительно ли там была его шляпа, либо просто такая же. Но она действительно часто встречалась, часто попадалась в играх Hello Neighbor, Secret Neighbor и во всех остальных. В общем, после того, как вы его поймали, вам дается еще также ключ. Возле шляпы будет лежать ключ от его машины. А машина стоит как раз-таки возле дороги, если вы пройдете от дома в сторону колеса обозрения. Используйте ключ, открываете багажник данной машины и видите там, что лежит там тот самый предмет, который открывает те самые секретики, связанные с Hello Guest. А именно вы заходите в данную машину, забираете бобину, которая как раз таки является кинопленкой, связанной с определенным сюжетом, видимо, определенная катсцена оттуда вырезана из игры Hello Guest. И вы наблюдаете, что тот самый чувачок, тот самый человек в плаще и в шляпе, тот самый мафиози, как раз-таки, видимо, похищает того самого Айка. А это тот самый, ребят, персонаж, за которого мы играем в игре Hello Guest, если вы помните, охранник аттракционов. Только молодой, заметьте, молодой, он не является еще охранником. И, возможно, как раз-таки мы предполагали, что мы играли за охранника в Hello Guest, возможно, мы играли не совсем не за охранника, либо может оказаться все, что угодно, по факту, мы пока что не знаем, будем смотреть. Потому что то, что мы видим в этой сцене, мы понимаем то, что Айк здесь все еще молодой. И как вы помните, по истории, которая была в Hello Guest, когда мы ехали на вагонетке, как раз-таки какой-то парень и девочка попали в какое-то секретное место, которое в итоге называется метеостанция, и там запустили какой-то аттракцион, из-за чего были пойманы кем-то. Не так и непонятно кем, возможно, вороном, возможно, тем самым мафиози. Возможно, именно вот это вот место является главным убежищем этого мафиози, и именно
в этом месте происходят какие-то злодеяния. Но также у GMD, к примеру, есть предположение того, что данный персонаж является всего-навсего педофилом. Тот, кто снимает детей на камеру. Так ли это, я понятия не имею, но почему бы и нет. В принципе, как теория, это вполне себе интересно звучит. Но по факту мы утверждать, кто это такой, какой секте он принадлежит и вообще является ли он действительно жителем Вороньих ручьев, неизвестно. На этом пока что все, ребят. На этом пока что все. Надеюсь, вам понравилось видео. Обязательно поставьте лайк, обязательно подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, если вам нравится Hello Neighbor, если вам нравится Секрет Соседа, если вам нравится вообще Вселенная Соседа. Если будет что-то известно, связанное с Hello Guest, либо Hello Neighbor 2, мы обязательно, ребят, подойдем к этой теме и будем опять-таки записывать видосы по данной игре. Но опять-таки, ребят, все зависит только от вас. Дайте знать, что вам нравится, поставьте максимальное количество пальцев вверх, чтобы выходило больше видео, потому что, к сожалению, либо к счастью, руки отпускаются после того, как ты понимаешь то, что ты сделал видео, которое заняло у тебя гораздо больше времени, чем обычно, чем обычное видео, и, разумеется, оно не собрало ни лайков, ни просмотров, так что, ребят, выход видео зависит только от вас. А это была игра Secret Neighbor, всем спасибо за просмотр, и всем добра. И помните... Вороны следят.